В Татарстане принят пакет мер по поддержке бизнеса с объемом финансирования более чем 1 миллиард рублей. Об этом сегодня на заседании Госсовета сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин. Деньги пойдут на поддержку бизнеса, не вошедшего в федеральный перечень отраслей, наиболее пострадавших от кризиса. Это предоставление льготных микрозаймов на срок до 2 лет под 1% годовых на первые 6 месяцев. В зависимости от экономической ситуации рассматривается возможность дальнейшего применения пониженной процентной ставки. Данные средства помогут предприятиям решать вопросы закупки сырья, оплаты услуг, приобретением оборудования и выплатой заработной платы. Для снижения нагрузки по банковским кредитам предлагается субсидирование процентной ставки. В реструктуризации долгов окажет помощь гарантийный фонд республики. Условиями для получения поддержки является сохранение занятости на уровне не менее 90% штатной численности по состоянию на 1 апреля, снижение выручки на 30 и более процентов. О начале приема заявок будет объявлено в ближайшее время.